женой сфотографирован. А это был я в армии во время войны. Mm-hmm. И после войны в Москве служил, на параде был. Сталина видел, кстати, да. Живой свидетель. На параде участвовал два раза. Сталину парад проводил. Он параде участвовал Сталина. Два раза видел Сталина. Так что он в Копьяре первую ракету пускал, космическую ракету. Вот первую ракету в Копьяре пускал, первую ракету. Представляете, знаменитый человек, чудеснейший человек, яркая память, он там что угодно расскажет. По истории города, по старой Копьяре, по Москве. Прекрасный человек. А в Казани вы были? В Казани были вы? После войны я служил в Москве с 45-го года по 50 октября месяца до 20-го. Служил первый отдельный Севастопольской краснознаменный орденов Александра Невского Красной Звезды полк связи. Обслужили мы генштаб связью. Вот когда работал, то есть служил там в этой Москве, я был в Прибалтике, я был около Финляндии, я был в Белоруссии, я был на Украине, я был в Северном Кавказе, я был в Средней Азии, Узбекистан, Таджикистан. Был в Сибири, в Оренбургскую. Это все обслуживали мы генштаб связью. Поэтому... А вы сами с какого года? А? Года рождения, с какого вы? Да, 26-го. 26-го года? А вы как с этим, с Николаем Александровичем Геркиным, как встречались? Ну как встречались? Надо было, у меня ноги заболели. Ноги. Значит, я ночевал у двоюродных братьев Куданового, там живут по Ленинской улице. Утром я не мог встать, вот одна нога заболела. Это сколько вам лет примерно было? Ну, сколько лет, наверное, 12, вот так было мне. Вот. И вот, значит, меня потом мать посадила на салазки и повезла на Коновалова, вот Геркину. Вот, значит, зашел туда, с матерью вместе, как говорится, кое-как. Он посмотрел, ногу посмотрел, сказал, ну вот так, так и все. После прошлого какой-то период времени я стал ходить. Понятно, а больше к нему не обращались, да? Больше не обращались, не было надобности? Нет, 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 нет. Он был очень такой простой человек, он и разговаривает, он тебе скажет, он тебе еще что-нибудь... Так скажешь, чтобы... Здорово. Нет, пальма вообще чудесно. Здорово, да. Чудесно. К нему ходили и мои родители тоже, потому что отец это болел, язва желудка у него была. Вот он часто ходил к нему, вот, вот значит, назначал ему. А за лекарством ездили в Казань. Вот. А вы вот, Николай Александрович, помните так вот? Зря... А? Зрительно помните его образ, вот, рассказываете? Его... Внешность, да, его. Ну, как можно сказать? Я уж тебе что могу сказать?